Широкий ассортимент мужской одежды, обуви и аксессуаров в стильно оформленном торговом зале окунает покупателей в атмосферу европейского качества. Есть и отдел для дам, где представлена обувь и модные сумки. Все это теперь можно купить в новом магазине «Изуми». Я хочу поздравить всех жителей города Чимкента с открытием фирменного магазина мужской одежды «Кардучи и Симони», а также открытием фирменного магазина «Баскони», где представлена мужская и женская обувь. Это очень известные марки, очень качественные марки. Благодаря нашим партнерам появились фирменные магазины в нашем городе. Новый магазин изумляет своих покупателей модными трендами сезона осень-зима, подчеркивая их индивидуальный стиль. Этот магазин больше делает акцент на мужскую одежду, на мужскую обувь. На дворе 21 век, и мужчины стали другими. Мужчины стали более активными, более брутальными, креативными. Они любят тоже одеваться, любят яркие цвета. В этом сезоне преобладает больше цвет индиго. Это синий цвет. Все оттенки синего. Мы стараемся уходить от классического черного, поэтому, я думаю, наши мужчины будут красивы круглый год. В день открытия нового магазина «Изуми» делает своим клиентам приятные сюрпризы. Первые 10 покупателей получают подарки – бутылку шампанского и коробку сладостей. Одной из первых счастливиц сегодня стала Ольга Диченко. Она постоянный покупатель магазина «Изуми». Мне очень нравится, что открылся магазин именно здесь, потому что я рядом живу. Меня это очень радует. Очень много новинок сегодня. Советую всем прийти, посмотреть. Я сегодня выбрала осеннюю обувь. Порадовала цена и качество. Новый магазин торговой сети «Изуми» ждет своих покупателей по адресу проспект Бауржана Мамушилы, 19.